Ну что, друзья, мы как всегда рады вас приветствовать на нашем канале. Если вы подпишитесь на наш канал, то каждое утро будете знать о том, что происходит на самом деле за кулисами российского шоу-бизнеса. Сегодня речь пойдет об известном российском артисте Константине Райкине. Мало кто знает о том, что сейчас артист Константин Райкин находится в Испании в одной из частных клиник, где проходит медицинское обследование. Туда он уехал еще в декабре 2023 года. На данный момент его родственники, а также его коллеги пока не хотят комментировать данную ситуацию, сообщают о том, что когда Константин Райкин вернется назад домой в Москву, сам об этом вам расскажет. Нигде в интернете никаких новостей по этому поводу нету. Следите за новостями, друзья, держитесь за наш канал, только мы рассказываем интересные новости. Мы благодарны всем вам, друзья, за ваши просмотры и за то, что вы с нами.